задача опять в локо. Посмотрите. Один наш локо доводит. А наша команда выбирает. Браво. Залично не появлялся. Хороший. Короче, на и Саша Волков забивает. Такой шлепок, да? Сейчас неудобно было. Игроки факела, но ничего не поделаешь. Вот это подача. Сегодня у нас просто действительно летит. Вот мы сидим прямо по этой линии, да? И как мяч сейчас видит. Игорь Тюрин уже опытнейший игрок. Исправился. А Волков останавливает Волкова. Здорово сыграл. Продолжается доминирование. Да. Третий пришел Комеха, да. А теперь Волков. Ну не дают просто дышать. Не дают дышать. Стараются факел. Да, стараются игроки факела что-то сделать. Но... 20-21. Панков. Комеха. Не, вообще район уже отдыхает. Он уже просто отдыхает, расслабляется. Бенефис. Да, да, да. Получается, все у него не попало вообще. Очень слабо. Это позволило нашим ребятам.
не разобрались, он ехать хотел принимать. Да, а вот наконец-то, когда заработал. Да, когда есть прием, когда есть прием. Какие он передачи делает?